Мне сказали, что Клаверов в кабинете. Генерал? Они там? Сегодня их происходительство доклада не будет. Один яс. Да вы кто такие? А вы кто такие? Я ихний чиновник. А я ихний товарищ по школе. Скажите, пожалуйста, что у Клаверова очень много занятий? То есть теперь? Нет, вообще. Как же. У нас и дни входящих 1015 через их руки проходит. Машины изрядные. Да, честь и слава Клаверову. Достиг-таки. А приятно иметь такого товарища по школе. Это точно. А только позвольте вам доложить, что в генеральском чине узы товарищества не то чтобы совсем ослабеваются, а как бы в туманном виде представляется. Не смею, конечно, утверждать, а ей-богу так. Да, я так давно расстался с ним, что право и не знаю. Скажите, вы близко знаете Клаверова? Помилуйтесь, каждое утро все по квартире и все такое. Позвольте быть с вами откровенным. Да-да, сделайте милость. Вот вы изволите их Клаверовым называть. Ну, а мы, признаться, от фамилии-то от этой давно отвыкли. Все больше ваше превосходительство, да господин директор. Даже и мысль-то словно не дерзает назвать иначе. Ах, вот как. А то как же. Вот возьмем, к примеру, и то. Изволили вы пожаловать к их превосходительству и прямо в кабинет. Вы, стало быть, думаете, что нужно было бы обождать в передней? Не лишний. Так вы думаете, что его превосходительству будет неприятно, что я вошел прямо в кабинет? Нет, не то чтобы неприятно. Упаси Боже, они и виду этого не покажут. А так, знаете, могут при случае припомниться. Не выскажут, знаете, всего, да и начнут действовать дипломатически. Слово «эрс» каждому слову прибавлять. Не усил государем обзывать. Одним словом убьют человека, мерами, даже самыми учтивыми. Да вы из губернии? Да, я из Семиозерска. Место дальнее. В губернии известно насчет этого просто. Там промежду себя все эти целование да милование. Ты, муншер, и ты, муншер. Следственно, и идут в кабинет, не спросят. Черт возьми, однако как скверно долго не бывать в Петербурге. Совсем все обычаи перезабудешь. А их помнить необходимо. Я вам скажу откровенно. У нас насчет этого такое понятие. Покуда вы человек находится там, он не Иван, не Сергей. Ни Петриков, ни Свистиков. Он проситель. Проситель первый, проситель второй. Все одно, как на театре, поселяне. Поселянин первый, поселянин второй и так далее. Вы извольте только принять во внимание, что они генерал. Да и генерал-то молодой. Так сказать, сугубый. Старых-то, пожалуй, за двоих постоят. Ба, кого я вижу, Бобарев? Откуда ты, эфирожитель? Из Семиозерска я сегодня только приехал. Ни у кого еще быть не успел. А генералу все-таки к первому. Дельно. Клаверов не выходил? Шут. Ты у Клаверова служишь, на Бойкин? У Клаверова он многих из наших приютил. Да, муншер. Этот человек пойдет далеко. А в этом отношении просто неутомим. Уж не думаешь ли и ты к нему? Хотелось бы. В Семиозерске-то должно быть наскучило. Да и вправду сказать, служить в наше время в провинции ужаснейший анахронизм. У тебя какой чин? Коллежский советник. Да. Кушанье неважное. Совсем плохондроз. Шут. Однако позволь тебя познакомить, Бобрев. Свистиков! Экзекутор, он же казначей, он же смотритель дома. Стало быть, с точки зрения ватер-клозетов, человек совершенно неоцененный. Это единственный осколок седой древности, который остался в нашем ведомстве. Все остальное, могу сказать подобрано, человек к человеку. Ну, да это в сторону. Сам все увидишь. Поговорим лучше о тебе. Это дельно, что ты собрался к нам. Только я должен тебя предупредить, что тут не обойдется без труда. Да может быть, как-нибудь
при содействии добрых товарищей. Все это очень может быть. Но главное все-таки не зарываться мечтами. Черт возьми, однако скверно будет, если придется опять возвращаться в Семиозерск. А ты, чай, там и распрощался со всеми? Это бывает. Когда я служил в холопы, у нас председатель 10 раз прощался. И 10 раз здоровался. Пока не прихлопнул его паралич. Там и почиец. Однако я не спросил тебя еще, что заставляет тебя покинуть милый Семиозерск? Просто ли надоело шататься по губерниям? Или есть еще какая другая причина? Я, право, не знаю, как и сказать тебе. И надоело, и... Неприятности кое-какие по делам вышли. А? Неприятности? Это серьезно. Да там. Несколько отдельных мнений по делам подал. Так ты подаешь отдельные мнения? Так вы подаете отдельные мнения. Перестаньте, Свистика, вас не спрашивают. Пардон, Моншер, но я считаю нужным тебя предупредить, что эти отдельные мнения – большая глупость. Если возможно, чтоб Клайверов об этом не знал, то ты как-нибудь устрой. В наше время, Моншер, необходима дисциплина, а не мнение... Я, напротив, думал откровенно высказать Клайверову все. Сохрани тебя Бог. Ты не понимаешь людей, Моншер. Или лучше сказать, ты не понимаешь времени. Клайверов прежде всего дитя своего века. Хорошо, но не я же первый Набойкин. Мой предместник, тоже из наших, сплошь рядом подавал мнение. Времена другие, Моншер. Теперь нам не до подробностей, которые должны сглаживаться, улаживаться сами собой. Теперь у нас в виду система и ничего больше. Да, но насчет самой системы могут существовать различные мнения. Никаких. В сфере бюрократии и дисциплина есть сама по себе система. Ты исполнитель и ничего больше. Клайверов это понял, и потому он стоит так высоко. А будет стоять еще выше. Он никому не противоречит и ни с кем не спорит. Вот, любезный друг, жизненное направление нашего времени. Это и прежде бывало. И прежде были люди, которые беспрекословно исполняли все, что им приказывали. Прежде на первом месте была преданность лицам. Нынче на первом месте преданность системе. Ну, рассказывай, что же ты там делал в этом милом Семиозерске? Что я там делал? Женился, например. А, женился? Что ж, это дельно. Хотя, Алтернусуэди немного мешает. А жена хорошенькая? Да я не знаю. Об этом не говорят. Ну да, значит, что хорошенькая. Что ж, это не дурно. В наше время, Мошер, хорошенькая женщина, очень много может сделать. Хорошенькая женщина в другой раз жизнь человеку может даровать, Павел Николаевич. Да вы, господа, тут об хорошеньких разговариваете. И все верно, этот злодей Свистиков. Да, кого я вижу? Откуда ты, эфиражитель? Клайверов. Ваше превосходительство. Да, брат, превосходительство. Впрочем, я надеюсь, что как старый товарищ отбросишь все церемонии в сторону. У вас, Иван Михайлович, все благополучно? Все благополучно, ваше превосходительство. Нового ничего нет? Нового ничего нет, ваше превосходительство. Ну и прекрасно. Ремса, ваше превосходительство. А там были? Так же, только что оттуда. Изволили принимать в изящнейшем неглиже. А у вас, я думаю, уж и глаза разбежались. Нет, пан Гач, не разбежались. Не потому, конечно, что предмет не был того достоин, а потому что завсегда понимаем, что здесь наше начальство. И потому нам не разбегаться следует, а оберегать. Ну, а про князя не спрашивали? Как же, вчера после театра изволили заезжать и были очень милостивы. Изволили утвердить постройку за Артамоновым. Эта Клара просто сумасшедшая. Не столько сумасшедшая, сколько плотоядная. Еще обещались определить на Рукавникова на место Пичугина. Однако это странно. Я скажу, я буду протестовать.
И откуда они берут этих нарукавников? А какие они деловые, ваше превосходительство. Даром, что хорошенькие. А что? Да что, сидят и чай кушают, а сами высчитывают. Артамонов, говорит, 50 тысяч подарил. Да еще в долю взять обязался. Тут, говорит, по крайней мере, 50 тысяч. А горлышко-то у них беленькое-прибеленькое, да еще фарфоровое. Однако все это ужаснейшая мерзость. Как видно, ты открыто воюешь с красавицей. Вы можете идти, Иван Михайлович. Портфель прикажете оставить? Ба, оставьте. Знаешь ли, Набойкин, что все это ужасно скверно? Охота тебе думать об этом. И какое тебе дело до отношений князя к какой-нибудь Клаве? Во-первых, ты ошибаешься. Она не какая-нибудь, а Клара Федоровна. Знаменитая Клара Федоровна, которая болтает весь Петербург. Во-вторых, дела, которые она делает, идут через мои руки. А в-третьих, этот нарукавников, которого мне суют, это уж просто ни на что не похоже. Вот, мол, шар, наше положение. Кто же это Клара? Покуда это то, что называется сила. Говорю, покуда. То есть до тех пор, пока не сшибет ее Клаверов. Вот до чего нас довели. Однако сознайся, Клаверов, что она все-таки прелесть женщина. Да, не дурма. И когда-то вы были страшные приятели. Оттого-то она теперь терпеть меня не может. Ну да, впрочем, поживем, увидим. А я бы на твоем месте соединял полезное с приятным. Да нет же, нельзя. Пойми, что я должен смотреть в будущее. Кто может поручиться, что князь прочен? В нынешнее время, дети мои, ужасно быстро съедает людей. Да, сегодня Бог, а завтра где ты, человек? Так, кажется, Бобрев? Не совсем, но почти так. Люблю старика Державина, а еще больше люблю старика Крылова. Ну-ну. Ну? Восхитительно. Господа, а чего нет теперь таких поэтов? Ну, слушай, Набойкин, может быть, ты оставишь нас в покое со своей литературой, а? Черт возьми, это Клара и этот старикашка, который никак не хочет понять, что нынче совсем не такое время. Ну, представьте себе мое положение. Не далее, как вчера, встречает меня на Невском Шалимов. И говорит, нам известно, что постройка остается за Артамоновым. Мы уверены, что будешь протестовать. А мы, а до чего мы дожили, а? Я все-таки не понимаю тебя, Клаверов. И я года три тому назад не понимал. Но теперь, к несчастью, понимаю. Да, дети мои, нужно ужасно много ловкости, чтобы пробалансировать подобное время. Да. Все так перемешалось, что даже самый проницательный человек не сможет определить, где будет сила. Мы, люди молодого поколения, не оторвавшиеся от стариков, сами служим лучшим тому доказательством. Ну, года три тому назад, кто бы мог подумать, что мы будем иметь верность, а? Занимать видные места в администрации. Но это ведь именно потому так и сделалось, что мы не отшатнулись. Любезный, да разве мы не либеральничали? Разве не именем отрицания мы ворвались в святилище старчества? Вся штука в том, что Шалимовы пошли несколько дальше. И что в пользу их не старцы, а мы должны будем расчистить ряды свои. Ты не был у Шалимова? Нет, не был. И не буду. Ну и напрасно. С одной стороны Шалимов, с другой Клара Федоровна. Вот властители нашего сегодняшнего дня. Ты к нам надолго? Да, хотелось бы совсем. А что, в Семиозерске не повезло? Нет, не то чтобы не повезло. Ну да. Надоело немного. Ну и ты... Я желал бы. Да, ну садись. Если только это возможно. Да, знаешь ли, Клаверов, он женат. Женат? Наверное, на хорошенькой. Уж не Семиозерске ли нашел себе жену? Не знаю ли я ее, я ведь там бывал, с сенаторской ревизией. Жена моя знает тебя. А как она урожденная? Мелипольская. Я женат на младшей. Как же, как же.
А знаешь, Бобрев, жена твоя в девушках была удивительная красавица. Она и теперь не дурна. Ну, я очень рад. Ты хочешь перебраться в Петербург? Ну и прекрасно. Кстати, он хотел обратиться к тебе. Ну да, понимаете, я с своей стороны все, что смогу. Так ты женат на младшей Мелипольской. Я буду рад возобновить знакомство. Да, у нас, кстати, и место откроется. Но ведь говорят об каком-то нарукавникове. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Лаверов. Князь. Сенобойкин. Мой товарищ Бобрев. Очень приятно. Меня прислал к вам дядя Клаверов. Что прикажете, князь? Во-первых, попрошу у вас сигару. Набойкин. А во-вторых, мой почтенный старец поручил передать вам, что сегодня он чувствует себя совершеннейшим 18-летним юношей и потому приглашает вас принять участие в пикнике, который устраивает сегодня за городом Клара. Я всегда к услугам князя. Странно, однако, что сегодня у меня был Свистиков прямо от Клары Федоровны и ни слова не сказал мне. Во-первых, я вам должен сказать, что все это состоялось не далее, как несколько минут тому назад. Я был у Клары вместе со старцем, который по всему видно с утра себя чем-нибудь отправил. Потому что был неприлично сладок и отвратительно любезен. Следствием всего этого было несколько живых картин, вроде тех, которых и вы были свидетелем. А следствием живых картин предполагаемый пикник. Однако вы не очень лестно отзываетесь об своем дядюшке, князь. Напротив. Да, кстати, Клавер, вы знаете, что вчера за обедом в клубе дядя показал язык Секирину? Каким образом? Ну как же, как же. Вот видите ли, за обедом зашел разговор об этой эмансипации. Да-да. Ну и дядя по обыкновению начал доказывать, что все это затеяли красные. По обыкновению также ему начал слегка подсвистывать в этом же смысле князь Бирюхан. Вы знаете ли, князь, что мы накануне революции? Ведь мне мои мужики совсем оброка не платят. Кричит через весь стол Бирюханов. Ну так чего же еще от них ожидать, если мы вынуждены быть каждый день в одном обществе с зажигателями? Отвечает дядя и злобно посматривает на Секирина. И можете себе представить удивление всех присутствующих, когда дядя вдруг обращается всем корпусом к Секирину и показывает ему язык. Секирин, разумеется, поднял насмех дядю. Но дядя был счастлив целый вечер. Поехал в театр и там всем и каждому рассказывал, какой он совершил гражданский подвиг. Однако, князь, вы рассказали нам только первую причину устройства пикника. Вторая? Есть и вторая, но я вам передам ее после. А куда же вы торопитесь, господа? Нет, нам нужно еще кое-куда заехать. Скажи, пожалуйста, где ты остановился? Я остановился... Я непременно сочту своим долгом. Да, прости, пожалуйста, я еще не спросил тебя. Ну, Софья Александровна с тобой? Да, она в Петербурге. Мы остановились, покуда у Демута. Прошу передать ей мой поклон. Так я не прощаюсь, господа. Ну-с, князь, вторая причина. А вы не обидитесь, Клаверов, если я на этот раз позволю себе быть вашим советчиком? Сделайте одолжение, князь. Послушайте, зачем вы ссоритесь с Кларой? Когда же я ссорился, князь? Боже мой, неужели вы думаете, что никто этого не замечает? Даже старик дядя и тот начинает догадываться, а это его трогает. Между нами я бы просто советовал вам оставить эту бесполезную оппозицию и продолжать действовать, как вы действовали прежде. Ведь вы были с нею даже более, нежели в приятных отношениях. Ну и хорошо делали. Да ну когда же? Какую оппозицию я делал, князь? А в деле Артамонова? Разве дядя может знать, что Клара получила 50 тысяч, чтобы обделать это дело? Что, кроме того, она в половине у Артамонова. Будто князь и не знает, да? Положительно, уверяю вас, нет. Ему просто представили, что один Артамонов может исправно выдержать такое громадное тело. Ну, допустим, худшее. Допустим, что ему известна закулисная сторона этого дела. Я все-таки не понимаю, какая охота вам отнимать у этой
бедной Клары. Ее крохи. Но ведь это уже безнравственно, князь. Моншар, скажите мне раньше, что нравственно? Сознайте, Ша, что в настоящее время все мы, сколько нас ни есть, немножко, ну не то чтобы подлецы, не-не, упаси Боже, а так благоразумные люди. Ведь вы философ, Клаверов. Да ну, наконец, об этом болтает весь город, князь. Ну и пусть себе болтает. Неужели вы еще достаточно наивны, чтобы думать, что мы недостаточно сильны? Ну и пусть себе болтает. Чтобы справиться с этими болтающими людьми, нужно только однажды навсегда решиться проходить мимо них не краснея. Поверьте, что все уладится. Да ну, вы забываете, что у меня есть совесть, князь. Ну, что есть, наконец, общественное мнение. Вы все повторяете сказку про белого бычка. Я вам как друг говорю, Клавер. Подумайте. Подайте Кларе руку примирения. Ну, хорошо. Ну, теперь об этом на рукавникове. Ведь, стало быть, меня не хотят в грош ставить, если суют чуть ли не прямо в мой кабинет. Черт знает кого. Во-первых, но Рукавников не черт знает кто, а сын откупщика. Во-вторых, отец его заплатил деньги. И большой приятель Клары. А в-третьих, наконец, я вас просто не понимаю. Что ж тут не понимать, князь? Да разве вам не все равно, кто у вас там копошится в канцелярии? Простите. Вы ведь сами очень хорошо знаете, что все ваши занятия тление и дрянь. Вы не совсем так выражаетесь, князь. Пардон, моншар. Я полагал, что в наших приятельских отношениях... Нет, конечно, конечно, если князю угодно, я обязан исполнить его приказание. Ну, скажите, по крайней мере, а кто там еще будет? Будут разные повесы, вроде дяди. Будет Флоранс. Да. Будет Мальвина. Это значит... Будет Надежда Петровна. Вот я вам доложу, Клаверов, алмаз-то. Грудь, плечи, волна молочная. Из молодых людей будет всего трое. Вы, я, на рукавников. Стало быть, до свидания. Что же теперь делать? Не ехать на приглашение. Об этом не может быть и речи. Странно, как иногда судьба вертит человеком. Кто бы мог поверить, что еще так недавно я и Клара, а если говорить справедливо, она мне много помогла. Я был счастлив. Именно счастлив. Несмотря на то, что Клара и в то время служила для меня больше средством. Хорошенькое средство, черт побери. Вопрос в том, вовремя ли бросил, не слишком ли понадеялся на свои силы. Да, тяжкое переживаемое время. Старое еще не вымерло, новое не народилось, а между тем и то, и другое дышит. Умрет ли старое, родится ли новое, где будет сила? Интрига, интрига и интрига, вот властелин нашего времени. Улыбаешься налево какому-нибудь олимпийцу, который, кажется, так и застыл в своей олимпийской непромокаемости. А направо жмешь руку какому-нибудь сорванцу-мальчишке, который так и смотрит, чтобы проглотить себя. Да нет, черт возьми, как же это существовать? Каждую минуту ожидаешь, что вот-вот нахлынет на тебя какая-то чертова волна, которая поглотит тебя. А покончить разом со всеми этими кларами, таракановыми и прочей зараженной ветошью? Нет? А уж не написать ли письмо Кларе? К
коли мириться, так мириться вполне. К вам, господин Нарукавников. Я имею честь говорить с господином Клаверовым. Да, с господином Клаверовым. В таком случае, позвольте вручить вам записку от князя Сергея Кирилловича Тараканова. Я должен вам сказать, господин Рукавников, что в настоящее время у меня не имеется для вас вакансии. Однако же князь удостоверил меня, что вакансия есть. И, следовательно, я буду иметь честь служить под вашим начальством. Однако ж это любопытно. Напротив того, это очень просто, потому что я уже заплатил деньги за место. Вы, конечно, господин Рукавников, знаете, что это большой риск с вашей стороны говорить мне подобные вещи. Поверьте мне, господин Клаверов, что это вовсе не риск, а просто желание сократить время, необходимое для объяснений. Повторяю, место будет за мной, потому что я заплатил деньги. А мы, потомки откупщиков, не имеем привычки бросать деньги даром. Если вы так уверены, то мне не остается ничего сделать больше, как раскланяться с вами. Князь, вероятно, сегодня же лично подтвердит вам покорнейшую просьбу о моем определении. Адью! Приятно получать такие щелчки по носу? А? Приятно? И от кого? От женщины вольного обращения. От нее. Да, от нее. Если я всерьез вздумаю протестовать, что со мной будет? Ведь я же дрянь. Я сам выскочил в люди по милости женщины вольного обращения. Если мне теперь не суют этим в лицо, то именно потому, что я выскочил, а не застрял где-нибудь в трущобе. Не могу же я скрыть от себя, что я держусь именно потому, что я лакей. Лакей, лакей, лакей. Нет, да ведь какая змея. Другой бы хоть для вида, хоть из учтивости смягчил свои выражения. А этот, то обидно, что достигнет, непременно достигнет. И я, и никто в мире не сможет этому помешать. А что ж, он прав. Разве не все мы поступаем и поступали точно таким же образом? Он же просто двойник наш. Просто такая же тень человеческая, как все эти Набойкины, Бобаревы. Бобарев. Тот-то, воображая, облизывался, давеча, глядя на меня. Тот-то, чей думал, счастливчик этот Клаверов. Ба! Бобарев! Какая мысль! Сонечка Мелипольская! Уж вы мне поверьте, Софья Александровна, этой молодятине против пожилого и солидного мужчины далеко не выстоит. Я бы, например, вас, нашу кралечку, в кружевца да в блондочки закутал, да и сидел бы тут на скамеечке у ваших ножек. Ей-богу, та. Обстановка-то вышла бы другая. Геркулес у ног Омфалы. У Фельтона в окне прелестнейший эстамп на этот сюжет выставлен. А вы бы хотели быть моим Геркулесом, месье Прянец? Геркулес совершил 7 подвигов, Софья Александровна. 12, Комаршинцев. Ах, да, 12. 7 это 7 чудес света. Ну, а вы, месье, не можете совершить одного подвига. Не можете достать ложу в дочь фараона. На свои деньги для них такой подвиг совершить довольно трудно. На самом деле, месье, нынешняя молодежь ужасно как-то бессердечно стала. Ах, в мое время стоило только хорошенькой женщине сделать маленький намек. И мужчины... Готовы были в огонь и в воду бросить, чтобы сделать приятное. О, неужели боги вас весели, коль наша честь кувыркалась, полетела? А, Сан Семенович, вы помните, так было в наше
это время. Пожалуйста, и так, Ольга Дмитриевна. Серьезно, Софья Александровна, вам угодно иметь сегодня ложу? Да, достаньте. Да, достаньте. Будет! По крайней мере, вы увидите, молодое поколение, как следует служить дамам. Позвольте вместе с ложей прислать букет красавицы. Да, позволяю и это. Вот и прекрасно. И ручку, стало быть, позвольте поцеловать. Алла Семенович, уж вы сейчас и платы требуете, нет? Прежде заслужите. А вы, Слава Семенович, все подле молоденьких увиваете. А вам по старой памяти возле меня следовало сидеть, а ваше место уступить месье Набойкину? Ну уж нет, Ольга Дмитриевна, хоть я вас и очень уважаю, а Софья Александровна не покинул. Ну вот. Расцвели таки вы, Софья Александровна. Для нашего брата солидного мужчины просто погибли. Ну смотрите, берегите ваше сердце. Да где уж сберечь? И как подумаешь, что ваш Николай Дмитриевич так-таки с утра и оставляет вас в одиночестве. Даже по вечерам очень часто. Ну, мало ли куда служит. Ну, не может же он все подле меня сидеть. Ну уж нет, Софья Александровна, я бы так не поступал. Откровенно вам скажу, если бы я был вашим мужем, я бы ни на минуту. Сава Семенович, вы увлекаетесь. А я так нахожу, что Сава Семенович совершенно прав. Мы, русские женщины, живем какой-то странной жизнью. Мужчины нами пренебрегают. Охотнее остаются между собой. Особливо с тех пор, как эта скучная политика и разные другие гадкие вопросы завладели всеми. Позвольте надеяться, Александровна, что вы на будущее время не откажете нам ваше благородство. Ольга Дмитриевна. Ну, разумеется, приходите к нам почаще. Приходите почаще. Приходите почаще, без вас не сидеть. Здоровья, а? Бонжур, мадам. Вашему превосходительству честь и место. Я нарочно поспешил к вам, чтобы сообщить вам приятную новость. Николай Дмитриевич определен. Браво! Ступень. Ну, как все мило устроилось. Петр Сергеевич, мы вас должны вдвойне благодарить. И за себя, и за Никола, конечно. Вы знаете, он так и страдался, бедный, последнее время. Но вы поступили как истинный рыцарь. Стало быть, Николай Дмитриевич теперь еще больше будет сидеть в канцелярии. Несомненно. Господа! Это успех. Сава Семенович, Сава Семенович, он оправдал все ожидания. И при том самым блистательным образом. Князь сам читал его работу и остался от него в восторге. Петр Сергеевич, мы этим обязаны вам. Вот, Сава Семенович, заслужите-ка таким же образом. А как же на рукавниках? А ему приказано дожидаться следующей вакансии. Ну, вот он и подождет. А признаюсь, я таки сильно опасался за успех. Но вчерашний вечер принес мне решительную победу. Петр Сергеевич, а почему же вы не курите? Софья Александровна, позвольте мне просить вас принять от меня ложу на сегодняшний спектакль. Дают дочь фараона, которую Ольга Дмитриевна так желала видеть. Помилуй же, Петр Сергеевич! Ведь я только что вызвался. Не вызвали, Сава Семенович, а вас попросили. А уж нет, Петр Сергеевич, это значит, вы просто вторгаетесь в чужую сферу. Это вам поучение на будущее время, Сава Семенович. Впрочем, у вас есть еще утешение. Какой, какой? Букет. Букет, букет. Пожалуй, Петр Сергеевич и это утешение отнимет. А впрочем, я не отчаиваюсь. Красавица Бельда. Сава Семенович. Впрочем, Павел Николаевич, да. Если заказывать букет, так заказывать поедемте ко мне. Я надеюсь, господа, что вы сегодня будете обедать у нас. Мы будем праздновать победу. Если прикажете. Павел Николаевич. А я не буду. Почему? Петр Сергеевич у меня весь аппетит уничтожил. Не будь этого обстоятельства, я готов был бы с вами обедать не только сегодня. Но и вечно. Ей-богу, так. Мама, вы распорядитесь насчет обеда.
Ах, и то правда. А было время, когда из-за меня хозяйничали. Помилуйте, Ольга Дмитриевна, за вас и теперь можно похозяйничать. О, это уже комплимент. Я вас уставляю, mes enfants. Милый ангел, вы произвели целую революцию. Старик просто трепещет, говоря о вас. Само собой, разумеется, он не читал никакой работы Бобрева. Вы этим довольны? Разумеется, довольны. За вашего мужа. Разумеется, также, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Я не должен скрывать от вас, милая Софи, что предстоит еще перейти через много трудностей, чтобы обеспечить успех вашего мужа. А следовательно, ваш собственный. Знаете ли вы, что ваша лошадь сегодня будет рядом с княжеской? Князь просто в восторге от тебя. Ведь от тебя, не правда ли? Соня, я просто счастлив, когда ты вот так улыбаешься. Когда я корплю дома один с этими проклятыми бумагами, знаешь, мне иногда делается очень тяжело. В эти минуты мне Бобрев просто ненавистен. Я понимаю тебя, Пьер. Еще бы. Я ведь очень серьезно смотрю на мои отношения к тебе. Меня это мучает, волнует, что я постоянно должен делиться своим счастьем. Все эти набойки на обтяжного, которые смотрят тебе в глаза, все это иногда невыносимо. Ты пойми. Пойми, Пьер, что эти господа нам более помогают, нежели мешают. Да. Они нам необходимы, да, чтобы скрыть наши отношения и чтобы отвлечь внимание мужа. Так, я все это понимаю. Но что же мне делать, если не могу переломить себя? Соня, ты любишь меня? Любишь ли ты меня? Я надеюсь, что вы позаботитесь о туалете для сегодняшнего вечера, сударыня. Пьер, мне, право, так не хочется ехать в этот противный театр. Даже в прошлый раз мне было ужасно неприятно. Этот князь, он так гадко на меня смотрел, что мне казалось, он прямо... Да ты смотри на него, как на гадкого, глупого старикашка. Пьер, а мы совсем остаемся в Петербурге? Да, это уже... Улажено. Ой, как я счастлива. Только ты слушайся меня, девочка. Буду, буду. Только этот князь, он такой противный. Нельзя. Нельзя. От этого зависит будущее твоего мужа, от этого зависит наше общее счастье. Да. Соня! Соня! Пока весь дело налаживается лучше, нежели даже я мог ожидать. Князь в восторге от Бобревой. Если мне удастся моя маленькая комбинация, я могу надеяться, что будущее не обманет меня. Во всяком случае, это уже значительная победа. Смотрите, какая прелесть. Да, это очень мило. Обтяжно? Нет. Набойкин? Нет, нет. Это совсем не обтяжно, Петр Сергеевич. Ну, представьте себе, этот букет прислали от князя Таракана. Да. Князь? Однако я не ожидал, что он повернет так круто. Нет, вы скажите, ловко ли принять этот букет? Да, право, не знаю, что вам отвечать. С одной стороны, действительно уж очень как-то бесцеремонно. А с другой, как не принять? Человек князя уже ушел. А ну тогда тем более следует принять. Ведь он же не имеет права. Ах, мама, вы никогда ничего, кроме глупости, не делаете. Ну, что, Александра, Софья Александровна, вы совершенно напрасно ссоритесь с Ольгой Дмитриевной. Конечно, князь поступил глупо. Но с другой стороны, княгиня Тараканова, его мать, ни перед кем не обязывалась произвести на свет умного сына. Как не глуп князь, он отлично понимает, что все будущее вашего мужа в его руках. Букет этот вам положительно следует принять, Софья Александровна. А Николай, вы думаете, что он это примет так легко? Ну, Николай Дмитриевич достаточно благоразумен, чтобы понять это. Я совершенно согласна с Петром Сергеевичем. Я даже не вижу ничего необыкновенного в поступке князя.
Конечно, он где-нибудь тебя видел. И как старик, понимаешь, как старик? Ну, что тут может быть обидно? Собственно, и мама со мной согласна. Однако же я не понимаю, с каким лицом мы будем сидеть в ложе. Мама! Да. Князь будет подле нашей ложи. Ну что ж, это очень любезно с его стороны. Да? Ну, разумеется, этого не надо сказывать Николаю Дмитриевичу, хотя... Может, это делается для его же пользы? Ну, нет, я уверен, что он поймет. Да, но, знаете, условия света, надо делать все-таки все возможное, как говорят французы, sauver les femmes. Да, да, да. Ой, это он. Софья Александровна, у меня блеснула мысль, я вас выручу. А вот и я. Ну, поздравьте меня с победой, мадам. Ой. Это моя награда. Вау. Да ты здесь, Клаверов. Всем этим я обязан тебе. Я этого никогда не забуду. Никогда. Сонечка, я сегодня счастлив. Поэтому целую тебя вторично. Сидя, где же Иван Михеевич? Иван Михеевич, что вы будто застыдились? Ползите к нам. Медам. Это наш будущий благодетель. Он даже сегодня начал ряд своих благодеяний тем, что выдал мне жалование за полмесяца вперед. А, я вот вам произведу внезапную ревизию, Иван Михеевич. Нет, мы берем Ивана Михеевича под свое покровительство. Да их превосходительство шутит сюда. Вот я вас припугну. А где это ты, Бобрев, шатался по сю пору? Сегодня у тебя ведь не могло быть работы. Все, ходил по канцелярии. И веришь ли, хоть ничего не делал, точно десятки пудов на себя целое утро провозил. А это у нас в канцелярии немочь такая есть. Так канцелярскую и прозевается. А уж начальнику, да особенно строгому, уж так тяжко, что и сказать трудно. Почнут и ты ходить, кричать, повелевать. Кажется, не велик труд, а приутомительный. Вы верно по себе судите. А как же, у меня тоже курьеры, сторожа. Кричу! Ну как? Как тебе понравился князь? Ой, ой, милый мой. Я в восторге. Прелестный человек. Да? Ну, стало быть, вы взаимно в восторге друг от друга. Князь сегодня целое утро расспрашивал о тебе, о твоем семейном положении. И узнав о том, что ты женат... Посмотри, какой прелестный букет прислал нам князь. Князь! Да. По какому же случаю? Значит, это просто потому, что я сказал, что ты женат. Ой, помилуй, Клаверов. Зачем надо было говорить князю о моих семейных делах? Какое ему до этого дело? Слово пришлось. Ну, я хотела отправить букет обратно, но человек князю ушел. Я букет незнакомой женщине. Боже мой, однако же, если ты не перестанешь, я застану. Ну, а я и ложу достал на сегодняшний спектакль. Стало быть, мы сегодня в театре, жена с букетом от князя. Да, да, да. Иван Михеевич, понюхайте за букет. Пахнет? Еще бы. Сонечка, да? Иван Михеевич нынче у нас обедает. Так что не мешало, знаешь, распорядиться. Иван Михеевич, вы по части... Матер или Хересов? А мы оптом, по части целого прейскуранта. Воля твоя, Софья Александровна, этот проклятый букет князя не выходит у меня из головы. Только 2 месяца, как мы в Петербурге, а так много воды утекло, просто не узнаю ни себя, ни окружающих. Правильно ли я сделал, что взбаламутился и бросил Семиозерск? Господи! Одно искание места чего стоило. Правда, что я женат, правда, что жена моя молода, хороша собой, что я обязан.
не изнывать же ей в самом деле в Семиозерске. А в действительности, стало быть, я только применял трактир малого размера на трактир более обширный. Вот моя семейная жизнь и ее наслаждение. Что такое эти прихлебатели, которые в любое время дня и ночи врываются в мой дом, как в охальный, которые курят, болтают, бесцеремонно стучатся в двери нашей спальни, переговариваются с женой, покуда она переодевается. Что это такое, Господи? Но всего ненавистнее Клаверов. Этот Клаверов, которому я доверил свое будущее, и который, как паук-муху, опутал меня своими сетями. Страшно подумать, но я боюсь его. Не то чтобы я ревновал к жене или сгорал страстью. Нет. Какая уж тут страсть, когда нам взаимно нет дела друг до друга. Страсть давно прошла, да и длилась-то она очень недолго. Я положительно не знаю даже, зачем я женился. Разве для симметрии? Но обидно то, что каждое его слово так и говорит тебе: дурак, дурак, дурак. Обидно эти подлые, презрительно-покровительственные взгляды, которые он мещет. Да, я смирен, я слишком смирен, но кажется, что нам не обойтись без схватки. Мы покорно шею гнули и не пытались рассуждать. Только вы один дерзнули протестовать, протестовать. Письмо, сударь, с городской почты. А что, брат Иван, в Семиозерске лучше было? Не знаю. Нам все одно, где служить. Экой ты чудак, право. У тебя там родные. Родные всяк при своем месте тоже при службе находятся. Так тебе что, не хочется назад в Семиозерск? Ну и ступай себе, иди. Черт его знает, какой он угрюмый, этот Иван. Никогда ему ничего не хочется. Ба! Шалимов? Что бы это значило? Пишу к тебе, любезный Бобрев, от лица тех немногих товарищей, которых убеждения остались еще не зараженными всеобщим растлением. Черт возьми, однако, этот Шалимов. Как он странно выражается. Все у него какое-то растление, зараза на языке. Просто деловое направление, и все тут. Несмотря на то, что ты, приехав из Семиозерска, не счел нужным бывать ни у кого из нас, воспоминания о Бобреве, которого мы знали в школе, милым, честным и благородным малым, еще не изгладилось из нашей памяти. Друг, подумал ли ты, что когда-нибудь может же прийти такая минута, когда в умное сердце с отвращением отвернуться от того дела, за которое ты взялся? Что ты предпримешь тогда, когда твое прошедшее будет загажено, когда твоя жизнь будет погублена, и с кем ты связался, кем окружил ты себя? Клаверов, Набойкин. Уж я не говорю о Набойкине, это жалкая дрянь, о которой упоминать-то не стоит. Но ведь и Клаверов весь шит живыми нитками. Неужели это секрет для тебя? Весь город знает, какую подлую роль играл он перед пресловутой Кларой Федоровной, как он свел ее со старым князем Таракановым, а потом заставил нелепого старика бросить ее. Для кого, Бобрев? Для кого? Да для кого же, Господи, для кого? Что, если подлость может дойти до таких громадных размеров? Эти цветы, ложа, подарки. Господи, да не во сне ли я? Господи,
И этот гнусный проходимец воображает себе, что он обманывает нас, что имеет право подать нам свою подлую, оскверненную руку. Нет, не имею сил продолжать дальше. Все это правда. Весь этот срам, вся эта гнусность, все, все. К вам Иван Михеевич пришел. Черт возьми! Что вы? Иван Михеевич. Да что ж, посидеть пришелся. Да что с вами, Николай Димович? Здоровы ли вы? Нет, ничего, я подумал, тебя не слыхать было, как ты вошел. А я по черненькость. Чем людей это беспокоит, так я по черненькость. Зачем по черненькость? Вы бы звонили, да шибче бы. Слыхали бы, например, как Клаверов и Набойкин звонят? Помилуйте, Николай Демидович, так ведь они же особые, а вы что такое? Это вы вздор говорите, Иван Михеевич. Для меня особо только тот, кого я сам почитаю особой. А Клаверов, например, для меня мерзавец. Христос с вами, Николай Демидович, нет, вам как будто не по себе. Да, мне не по себе, мне очень не по себе. Я докажу ему, что он мерзавец, и докажу не далее, как сегодня, если он только пожалует сюда. Упаси Боже, Николай Демидович, вы этого не делайте, ведь они, пожалуй, рассердятся. Сделаю, Иван Михеевич. Ну так я, пожалуй, уйду. Нет, это Атанде, Иван Михеевич. Нет, я вас не пущу. Мы сейчас с вами выпьем, Иван Михеевич. Вот, жена моя все по балам, да по баскарадам жуирует, а мы сейчас с вами вот здесь выпьем. Вы, Иван Михеевич, по части Мадер или Хересов? Так, Хереса-то как-то основательнее, Николай Ильич. Хорошо еще тоже коньяк, ну, ладно. Только это может быть уж слишком основательно. Я ведь, конечно, не о себе беспокоюсь, потому что я от вина только потею. Мы велим хересов подавать. Испарина это у меня выходит. Иван, бутылку хереса нам сюда. Стаканов, что ли? Да уж чего ли ценить, Николай Ильич. И два стакана. Так ты говоришь, Иван Михеевич, что вино на тебя только испарину производит. Да, вино действует на меня постепенностью, Николай Ильич. Я думаю, что внутренности-то у меня с самого начала обожжены, так оно там словно в печке. Ну да, да, это понимается. Раз навсегда, значит, обожгли, а потом беспокоиться и нечего. Ну так, так, кстати, вы именно угадались. Ваше здоровье. А как ты думаешь, Иван Михеевич, ведь Клаверов-то подлец? Да Христос с вами, Николай Дмитриевич. Да как же это они могут быть подлецами? Так разве накапают где-нибудь? Эй, Иван, еще бутылку хереса нам сюда. Не будет ли уж нам на сегодня, Николай Дмитриевич? А что, разве разбирают? Меня-то ж! Нет, я не о том ж. А вот не равно Софья Александровна приедут. Так не безобразно ли будет, что мы с вами вот этак-то посвистываем? Ваше здоровье. Ты, может быть, думаешь, Иван Михеевич, что я Софью Александровну опасаюсь? Так я ее вот как опасаюсь. Фу! Да она меня. Да ты знаешь, что она со мной сделала? Да я ее
через полицию, я ее сейчас... Вот что. Ты думаешь, Свистиков, я остановлюсь? Ты меня не знаешь, потому что ты шут гороховый. Нет, это Шалимов так тебе пишет. Шалимов, а я тебя люблю. Люблю, потому что ты мне друг. Слыхал, как звонят? Это моя жена со своей стаей возвращается. А мы, кажется, пьяны, Иван Михеевич. Пьяный, Николаевич. Ну, а ты пей, да ума не пропей. А не лучше ли нам в кабинет? Да и снаряд ты туда же с собой возьмешь. Хорошо бы, как бы Бог спас. Генерала-то нашего не принесла бы нелегкая. Это отдельно. Сейчас пока путешествуем в кабинет. А генерала ты, брат, не бойся. Я, брат, ему нос оторву. Пойдем. Николай Дмитриевич, дома? Дома. Они с Иваном Михеевичем в кабинете. Вот и пусть тебе там остаются. Мы, господа, проведем сегодня вечер отлично. Обтяжнув и маленький Тараканов привезут нам ужин. А Клаверов привезет нам литератор. Какого же это литератора, Софья Александровна? Мамалфи, что там после зеркала, что поправляетесь? Мама, нельзя их хватить. Маша, об этом могла бы сказать и мама. А его можно вообще Николаю Дмитриевичу. Они меня вообще грязными руками. Старца нас покой, Фима. Маша, ну тебе дальше. Однако ж, какой несносный этот Николай Дмитриевич. Он в последнее время только и делает, что целыми вечерами просиживает у себя в кабинете за Звездиком. И о чем они там говорят вдвоем? Нет, ну решительно понять просто невозможно. Погодите, я сейчас подслушаю. Ой, что это? Что вы? Что вы? Они, пожалуй, сюда придут. А я, в сущности, очень рада, что Николай Дмитриевич оставляет меня в покое. Потому что, когда он здесь, я точно как на иголках. Нет, господа, я совсем не революционерка. Нет. И я даже не понимаю, чего хотят эти студентки, но... Эмансипация женщины... Это только справедливо. Да, если вы это забываете, господа, что женщины тоже хотят веселиться. А у меня, Софья Александровна, есть одна знакомая, которая даже заказала себе сюртук. Что такое? Вы, мне кажется, противоречите Жека Мажинцев. Итак, господа, мы будем веселиться. Сегодня за ужином я спою вам «Эль Секрето». Апрянин, удерживайте же вашего друга. Он так и впился в сопель. Кваржинцев. Вы хотите, чтобы я вам позволила поцеловать себя в плечо? Сделайте это, Софья. Ползите сюда. Я же вас зову, ползите. Ах, Комаржинцев, а я вижу, чего вам хочется. Вам хочется, чтобы я вам позволила поцеловать себя наедине. Где-нибудь в
Есть начинай. Лимонов? Лимонов можно достать, Софья Александровна. Ты лучше помолчал бы опрямь. Софья Александровна, какие у вас, однако, прелестные плечи. Ох, Клаверов тоже находит это. Все для Клаверова. Не для вселенной же. Итак, господа, мы будем веселиться. Ну, Саша, распустите ваши волосы теперь. Нет, это за ужин. Распустите. Нет, это позже. После Бобарев не позволит. Хотела бы я видеть. Он глуп и больше ничего. И оставьте меня в покое. У меня все нервы. Когда мне говорят о нем, я готова заплакать. Ну почему же эти господа так долго не идут? А вы знаете, Шерсана, последний раз Бобрев сильно на меня обиделся, когда увидал, что я смотрел в замочную скважину. А кто же вам позволил смотреть? Господа, это они. Я прошу вас не забывать, что князь у меня первый раз в доме. Я прошу всех по местам. Иван, возьми все это любезно, и когда Софья Александровна прикажет подавать ужин, приготовь. Извините, Софья Александровна, что я позволил себе на первый раз явиться к вам вечером. Но Клаверов меня уверил, что вы будете так добры. Простите мне мое нетерпение. Я очень рада, князь, вы знакомы. Да. С Набекин, с Апрянин, с Каважин. А нельзя не сознаться, хороша. Клаверов рассчитал верно. Я давно искал чести быть представленным, Софья Александровна. И теперь мне остается только жалеть, что счастливый случай, которым я нынче пользуюсь, представился слишком поздно. А разве что-нибудь препятствовало? Мне как-то не удавалось до сих пор сойти с Николаем Дмитриевичем. Николай Дмитриевич предпочитает уединенное плавание в сфере высших государственных соображений, беседе с такими вертопрахами, как вы. По бесхребетности, с которой выражается месье Обтяжнов, вы видите, князь, что мы здесь не очень-то женируемся. Веселка, и вы обидчица, Софья Александровна. Ну, что бы, кажется, я тут сказал такого игривого. Вот другое дело за ужином. Это делает еще более привлекательным ваше общество, которое вы допускаете только избранных. Да, я не принадлежу к большому свету, я признаюсь, даже не жалею об этом. Мне кажется, что гораздо лучше иметь общество маленькое, но связанное дружескими отношениями. Вы курите, князь? Если позволите. Пожалуйста. Вы любите музыку? Князь сам музыкант. У него отличный тенор. В таком случае, если вы захотите, мы даже можем петь иногда вместе. Я тоже пою. Князь, ради вас. Прежде чем уйти отсюда, было бы тебе никуда не слушать меня. Надо знать дорогу ясно, среди скал ходить опасно, даже среди дня. Здесь и смелые мужчины терпят страх, и есть причины им за жизнь дрожать. Ни один еще не смог здесь верной смерти избежать. Ах ты какой, зачем ты обнимаешь меня? Остать и не целуй, как вор. Ты забываешь, мы с тобой поведем деловой разговор. Отец придет, поча сюда, тогда грозит тебе беда.
сказала и подробно описала, как тебе уйти. Если вышло непонятно или встреча неприятна, ты меня прости. Хоть немного я смущаюсь, на прощание признаюсь, правды не тая. Если встретимся еще раз, буду очень рада. Скажите, господа, а почему так скучно жить на свете? Помилуйте, царица, уж коли вам скучно, кому же после этого весело, согласен? А почему же вы думаете, что мне должно быть веселее, нежели другим? А, потому что у вас и красота, и таланты, и... ой, господи, и все такое. Вот, 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 особенно мило звучит это «все такое». Нет, серьезно, серьезно, мне скучно. Иногда какое-то странное желание овладевает мной. Мне хотелось бы скрыться, куда-то лететь. Князь, а с вами этого никогда не случалось? Признаюсь, Софья Александровна, что... Павел Николаевич! Павел Николаевич! Павел Николаевич! Нет, ничего. А, верно, мышка пробежала. Ну, разумеется, сейчас нервы, все такое. Нет, ничего. Это Бобрев с Чистиковым разыгрались. Саша Саймон, Бобрев просил вам сказать что-то. Пардон, пардон. Николай пьян. Если возможно, поедемте лучше куда-нибудь в кабачок ужинать. Ну, конечно. Только я прошу вас, ради бога, устроить это как-нибудь с Клаверовым, который должен сейчас прийти. Ой, господи, какой стыд. А впрочем, господа, тут и секрета никакого нет. Просто мой муж несколько нездоров. Так и не полечит Свистиков, его друг. Ах, Свистиков! Мне крайне досадно, Софья Александровна, наш литератор оказался так дик, что ни за что на свете не согласился поехать в порядочный дом. Я его так удавно и оставил. Но вы позволите мне показать вас? Да, ну, с удовольствием, но вот... Знаете что, Петр Сергеевич? Ведь нам милы у Софьи Александровны, а ваш литератор нас не интересует. Ваша речь впереди, добрый старик. Надо, например, все спросить о желании самой Софьи Александровны. Не правда ли, князь? Я нахожу, что нет ничего справедливее. И всегда-то вы так, Петр Сергеевич. Сидели мы тут без вас, горе не ведаючи. Так нет, надо было так и всех смотреть. Да ведь вы слышали, Савва Семенович, что Николай Дмитриевич не совсем здоров. И так, господа, к Данону. Софьяна, вы согласны? Едем, едем. Воля ваша, господа, это грабеж. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Вот когда я пропал. Воля ваша, господа, я убегу. Мое почтение, господа. Вы, кажется, увозите Софью Александровну с собой в трактир. Что ж, камеи так и следует. Софья Александровна, вы декольте. И это не дурно. Ух, младенцы! Вы-то что тут делаете? Так вот он муж, что вот сокровище. Ой, Клаверов, ну избавьте же меня от этого человека. Ну, мол, где?
Маман не придет. У маман нервы страдают. Да и зачем ей быть здесь? Ей ведь трактир, ты не в диковину, гусару лавит. Что ты на меня смотришь? Ну да, гусары, ланы, вся кавалерия. Ты, Бобарев, пьян? Разумеется, пьян. А ты думаешь, что я не знаю, что я пьян? Нет, ты лучше мне скажи. Зачем я напился пьяным? Ну иди спать, Бобарев. А ты меня не тройно бочил, потому что ты дрянь. Как я дрянь? А Шалиму впишешь, что ты дрянь, я с ним совершенно согласен. Ты не догадываешься, зачем я напился пьяным? А ты не пожимай плечами, я их сейчас в порядок приведу. Я понимаю, что Александра... Как... Ничего, князек! Можете остаться. Я напился пьян для того, что мне необходимо сказать тебе при всех, что ты подлец, Клаверов. Да, ты подлец, подлец и подлец. Трезвый бы я не сказал тебе этого. Вы мерзавец! Вы пьяница! Вы трус! Вы последний из людей! Вы! Ну вот я и добился. Только чего добился? Сколько глупейших происшествий случилось в одну ночь. И как иногда одно нелепое мгновение может перевернуть вверх дном целую жизнь человека. Фу, Боже, неужели я в самом деле оскорблен? Неужели я должен потребовать удовлетворения? Неужели я разом должен испортить все свое будущее? Дуэль? Да нет, это же просто глупо. Мне, наконец, нельзя выходить на дуэль. Каким образом уладить это пошлое дело? Какие новые комбинации придумать? Какие новые уступки сделать? Нет, черт побери. Тут был Тараканов. Были младенцы. Кто может поручиться, что сегодня же не звонят во все колокола, во всех канцеляриях, во всех начальственных передних? А что сделал Клаверов? А что сделал Клаверов? И не то поставит мне в вину, что я развратил женщину. Что я сделал из нее орудие. А то, что не сумел сделать так, чтобы все было шито и крыто. Подлость позволительна, но неумение, но глупость, вот где преступление, вот где позор. Сила не в мнимо благородных поступках. Сила во власти. Сила в том, чтобы удержать за собой свое положение. Нет, надо бы кончить это дело, а что бы то ни стало. Сударь, Софья Александровна спрашивает. Так, Софья Александровна, что такое? Так точно, сейчас пожаловали. Так иди же, зови. Слушайся. Да,
Когда придет Навойкин, попроси его подождать, а сам подойди к дверям и доложи, что от князя чиновник с бумагами. Понимаешь? Понимаюсь. Что с вами, Софья? Что с тобой, Софи? Как ты бледна, моя девочка. Я ушла от мужа. Я не могу жить с ним. Ой, если бы вы знали, он был со мной так груб. Я не плакала, я испугалась. Я думала, он убьет меня. Он бил меня, Клавь. Какое гнусное животное. Ну как же ты сделалась? И где была мама? Ах, мама! Мама заперлась в своей комнате. Если бы вы видели, как он был страшен. Боже мой, я вам даже не могу рассказать все, что там было. Успокойся, успокойся, моя девочка. Ну, ради бога, ну возьмите меня скорее от этого человека. Возьмите меня скорее. Ай-яй-яй, какая история. Да, ну как же ты сделалась? Что он теперь делает? И как ты ушла? Ах, он спит. Он еще пьян. Мне даже кажется, что он и во сне-то пьян. Он даже не слыхал, как я ушла. Ну, утешь меня. Ну, скажи, что я к нему больше не пойду. А, да, конечно. Так жить невозможно. Я сегодня поговорю с князем. Ой, я уверен, что он найдет способ как-нибудь устроить. Нет, не с князем, ради бога, я не хочу этого. Хорошо. А потом что тут устраивать? Я сказала, что я ни за что не пойду к князю. Ну, успокойся, моя птичка. Боже мой, какая история. Прости, пожалуйста, я сам не понимаю, что я говорю. Ну. Дай мне немножко подумать. Дай немного прийти в себя. Скажи, ведь ты любишь меня, девочка? Ах, Пьер. Ну вот видишь ли, следовательно, ты должна меня слушаться. Такие минуты, как теперешние, нельзя сразу все обнять. Это же почти государственный вопрос. Ну, давай станем делать предположение. Мы станем. Предположим, что ты останешься у меня. Ну, да, ну, отчего это не предположить? Предположим, что ты останешься у меня. Что из этого выйдет? А из этого выйдет то, что я буду простаивать часами перед тобой на коленях и целовать твои милые ручки. Что тебе это как будто неприятно? Ну, слышишь? Что ты, нет, Пьер. Мне это совсем не неприятно. Я только не понимаю, зачем ты об этом говоришь теперь? Ну, о чем же я могу говорить другом, глядя на тебя? Ну, не сердись. Ну, давай говорить серьезно, если ты непременно этого хочешь. Ну, и так, предположим, что ты останешься у меня. Потом что? Потом, предположим, мы пригласим мама. Мама? А какую же роль при этом будет играть мама? Ведь при ней же мне нельзя будет целовать твои ручки, а? Да, она может помешать на это. Да нет, знаешь, и ведь ей самой это, может быть, придется не по вкусу. Да мне кажется, что и тебе. Понимаешь, только те люди имеют право не обращать внимания на общественные отношения, которые, так сказать, еще сами не вышли из естественного состояния. Ой, как ты говоришь, странно. Ой, прости, милая, я, кажется, действительно сказал глупость. Да, ну и так, сделаем другое предположение. Другое? Предположим, что ты на время поселишься в гостинице. Вместе с мама. Что из этого выйдет? Да, что из этого выйдет? А из этого выйдет... Ой, из этого выйдет что-то очень странное. Нет, Пьер, оставим лучше предположение. Знаете ли, Клавер,
Мне почему-то сделалось очень грустно. Это очень натурально. Такое положение. Нет, не то. Мне же впервые приходится смотреть на жизнь серьезно. И мне кажется, что я до сих пор видела какой-то радужный и даже немного пошлый сон. Я не понимаю тебя, Софи. Ведь странно, не правда ли, что жизнь, которую я до сих пор вела, вот вдруг потеряла для меня все очарование. И мне кажется, что я до сих пор не жила, а играла. И даже нехорошо играла, Пьер. Это что же, раскаяние? Нет, это размышление, которое, надеюсь, пройдет само собой. Итак, будем продолжать делать предположения. Ну, что бы нам еще такое предположить? Да, что бы нам еще предположить? А вот предположим, что я пойду на улицу. Что из этого может выйти? Какое странное предположение. Ну, кто же допустит тебя до этого? Не мешай мне, Пьер. Я хочу знать, что из этого выйдет. Вот из этого. Видите ли, однако, Шклаверов, какая странность. И я не могу сыскать ответа на этот вопрос. Ты странный, Софи. Ты сердишься на меня, ты колешь меня. Не виноват ли я в том, что все так неудобно сложилось? Что ты смеешься? Нет, я смеюсь только тому, что ты говоришь о неудобствах. Я тут не вижу ничего смешного. Ты как женщина, конечно, этого не можешь понять. Проклятая служба. И как нарочно у меня сегодня доклад. Сегодня доклад? Ты не забыл про это? Тут речь не о докладе. Так о чем же? Я просто хочу сказать, что обстоятельства складываются досадно. Софи, ну неужели ты могла подумать, что я не люблю тебя? О, нет. Ты любишь меня, но ты больше всего любишь удобство. Впрочем, я мешаю тебе. Тебе пора на службу. Ну, а куда же мне теперь идти? Это смешно, Софи. Неужели ты могла подумать, что я не пожертвую одним днем службы для тебя? Дело не в том. Ой, да я вижу, в чем дело. Боже мой, а куда же мне теперь идти? Клавера, ну скажите мне что-нибудь. Ну, жальте же надо мной. Скажите, неужели вы хотите, чтобы я вернулась к мужу? Чтобы меня били? Это же ужасно. Клавера, скажите мне, вы что, действительно хотите, чтобы я вернулась к мужу? Я не знаю. Я сам совершенно растерялся. Но если хотите, вы поступили неосторожно. Неосторожно? Да, да, неосторожно. Если вы требуете откровенности, я не вижу, почему бы мне не высказаться. Ну, хорошо. Хорошо, положим, что я поступила неосторожно. Положим, что мне нужно было остаться и терпеть. Но я ведь так поступила. И этого не воротить. А теперь-то что остается мне делать? Прежде всего надо послать к маме и сказать ей, что вы здесь. Посылайте. Сейчас же. Кто там? Чиновник от князя с бумагами. Вот моя жизнь. Ни одной минуты свободы. Ну, нельзя послать. Да можно, да, конечно. О, можно. Да я вижу, что нельзя. Я пойду в ту комнату. Только ради бога, пошлите сейчас же за мамал. Сейчас же поезжай к Бобрему, вызовешь Гедмитину. Слушаюсь. Надо бы накончать с этим делом во что бы то ни стало. Извини, пожалуйста, Клайверов, что опоздал. Сейчас только с постели. Тише.
Бобарева. Как? Теперь? Да, теперь. Не веришь? Тише, тише. Может быть, ты думаешь, что мне повезло? Так ты жестоко ошибаешься. Уверяю тебя, что проклятие моего положения трудно себе представить. Вчера Бобарев с пьяных глаз наговорил мне дерзостей. А сегодня Софья Александровна жалуется, что он прибил ее. Бог знает, куда я впутался. Какая скотина этот Бобарев. Тут это, несомненно, скотина. Но я-то какую тут роль играю? Ты играешь роль человека, которому рано утром приезжают хорошенькие женщины. Да. Что ж, это еще не дурно. Да, это не дурно. А знаешь ли ты, что я всю ночь не спал сегодня? Что у меня всю ночь из головы не выходило вчерашнее глупейшее происшествие? Мошер, да ведь это вздор. Совершенно с тобой согласен. Но, к сожалению, Бобарев принадлежит к тому же кругу, к которому принадлежу и я. Угу. А если к этому добавить еще сегодняшний поступок Софьи Александровны, то дело, очевидно, перестает быть вздором. Это какой-то проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия. Нет, как хочешь, но потерять разом все, что добывалось ценою стольких трудов, стольких усилий, стольких... Стольких и прочее. Я тебя вполне понимаю, Клайд. Слушай, Набойкин, если я потребую от Бобарева удовлетворения, моя карьера кончена, это ясно как день. Да. А с другой стороны, если я сделаю вид, что все происшедшее до меня не относится. Ну, здесь же были свидетели, Набойкин. Я опозорен. От меня отвернется все общество. Ну, конечно. В первые минуты будет не совсем ловко. А потом привыкнут. Но, к сожалению, есть третья, самая страшная сторона. Это то, что женщина на руках. Женщина, которая никак не хочет понять, что у человека могут быть свои обязанности. Ну, то, что ты думаешь сделать? А вот послушай, Набойкин. Я обращаюсь к тебе как к старому товарищу, который не покривит душой, и прошу тебя отвечать мне по совести. Скажи, стоит ли того моя карьера, чтобы держаться ее? Еще бы! Да нет, нет, ты пойми, я же говорю не об удобствах, не о средствах для жизни. Но и в том смысле, что она полезна не для меня одного, а вообще. Ну, ты понимаешь? Какое же в этом может быть сомнение? Нет, Клаверов, ты не принадлежишь самому себе. Ты просто даже не имеешь права обращать внимание на подобные пустяки. Это-то именно я и желал знать. Значит, ты считаешь, что мне необходимо покончить с этим делом во что бы то ни стало? Да. А? Ну, так, теперь каким образом это сделать? Прежде всего, Софья Александровна. Прежде всего, надо заставить Бобарева извиниться перед тобой. Так. А потом уверить его, что в отношении его супружеского благополучия все обстоит в том же положении, как было до свадьбы. Дорогой друг, уж ты предоставил бы обтяжного острить на эту тему. Князь приехал. Князь, он нам поможет в наших соображениях. Проси. Князь, я к вам с просьбой. Прежде всего прошу извинить за вчерашнюю неприличную сцену, поводом которой я совершенно невольно явился. А во-вторых, я надеюсь, вы сами понимаете, что может составлять предмет моей просьбы. Это странное происшествие не может оставаться без последствий. Я совершенно с вами согласен, Клаверов. Следовательно, вы, князь, считаете,
точно так же, как и я, что мне необходимо потребовать от Бобарева удовлетворения. Я вполне такого же мнения, как и вы, Клаверов. Пардон, месье, как человек, приглашенный Клаверовым быть участником в этом деле, я считаю необходимым высказать свою точку зрения. Итак, я нахожу, что положение, в котором вчера находился Бобарев, уничтожает всякую идею обвиняемости. Это несомненно. Следовательно, если Бобарев, как я надеюсь... Я совершенно с вами согласен, Синобейкин. Вы понимаете, Клаверов, нерешительно все равно, что у вас тут происходит. Ой, впрочем, нет. Не совсем все равно, потому что вы чертовски рано подняли меня сегодня. Простите, князь, я полагал, что вы, как человек мне близкий, примете в этом деле участие. Так бы, кажется, и задушил эту мерзкую гадину. Ну да, я люблю вас, Клаверов. Я люблю вас, потому что вы служите... Нет, не то. Я люблю вас, потому что дядя глубоко уважает ваши способности. Скажите, в чем именно я могу быть вам полезным? Да нет, князь, судя по тому, как вы смотрите на это дело, мне остается одно, только извиниться перед вами за то, что я так рано побеспокоил вас. Уверяю вас, Клаверов, что смотрю на ваше дело точно так же, как и вообще на все дела на свете. Я считаю, что нет в мире ни худа, ни добра. Вы находите, что вчерашнее полученное вами оскорбление требует сатисфакции. Я согласен с вами. Синобойкин, напротив того, доказывает, что вчерашняя сцена есть следствие одного недоразумения. Конечно, я с ним согласен, потому что это относительно. Но я желал бы знать, князь, как бы вы поступили на моем месте. Клаверов, ну зачем вам добиваться этого? Ну что же, собственно, я могу ответить на ваш вопрос? Разве то, что я поступил бы точно так же, как и вы? То есть? То есть спросил бы другое лицо, как бы оно поступило, будучи на моем месте? Ну не сердитесь, Клаверов. Поймите, что во всяком случае вы можете рассчитывать и на мой совет, и на мое содействие, и на мою скромность. На одно только прошу вас не рассчитывать. Это на то, чтобы я вздыхал, ахал и плакал. Чувствительность положительна, не в нравах моих. Итак, господа, я думаю, что мы можем продолжать. Итак, я нахожу, что кроме того, что Бобарев был вчера в самом странном положении, есть еще другое соображение, которое в этом деле должно иметь решающую силу. Послушаем ваших соображений, Набойкин. Видите, господа, я славный малый. Соображение это заключается в том, что Клаверов не просто частное лицо, а некоторым образом деятель политической. Я нахожу ваше мнение совершенно справедливым, месье Набойкин. Ну что за мерзкая комедия? Итак, я говорю, что Клаверов занимает известное положение в административной сфере, что он занимает свой высокий пост с честью, что он полезен, что он необходим, служат многие. Но немногие представляют направление, олицетворяют принцип. С этой точки зрения, Клаверов есть такая личность, в которой, можно смело сказать, нуждается вся благомыслящая часть русского общества. С этой точки зрения, нанести Клаверову оскорбление, значит, нанести ущерб тому принципу, которому он служит. Не так ли? Захим, имеет ли он право рисковать собой? Принадлежит ли он вполне самому себе? Вот вопросы, на которые я, по совести сказать, не вижу никакого другого ответа, кроме отрицательного. Браво, 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 все ногой. Клаверов, по этим начальным выводам вы можете предугадывать, что в сущности распря ваша с Бобаревым заранее нами решена. Представьте себе, например, князь, что какой-нибудь негодяй оскорбил бы вашего дядю. Ну нет. Мы этого представлять себе не будем, Набойкин. Повторяю, Клаверов, вам отнюдь не следует принимать горячо к сердцу оскорбление, нанесенное вам господином Бобаревым. Не правда ли, князь? Но тут есть еще другое соображение. Бобарев наделал... Одним словом, князь, после нашего отъезда Бобарев повел себя до такой степени отвратительно,
что Софья Александровна вынуждена была оставить его. Это действительно усложняет дело. И если Софья Александровна сама не возьмется содействовать нам устроить ее примирение с мужем, простите, господа, но это действительно в такой степени усложняет дело, что я решительно не могу присутствовать при дальнейшем разъяснении его. Я просила бы вас повременить, князь. Вы были здесь, Софья Александровна? Да. Я была в той комнате. И как ни старался месье Клаверов, чтобы я не слыхала, что здесь происходит, я многое слышала. Позвольте же мне принять хоть маленькое участие в тех заботах о моей судьбе, которые так обязательно взяли на себя эти господа. Петр Сергеевич, вы так страстно желаете, чтобы я помирилась с мужем, что у меня нет сил лишать вас такого невинного удовольствия. Чтобы вы снова подверглись оскорблениям, чтобы снова какой-нибудь Бобарев осмелился поднять на вас руку? Ни за что на свете. Вы странный, Клаверов. Вы же играете кожей, а не внутренностями. Так выразился об вас когда-то мой муж. Ну, конечно, с чужих слов. Таким образом, я возвращаюсь к мужу, господа. Но только я возвращаюсь к нему не потому, чтобы я чувствовала какие-то угрызения совести или открыла бы в нем какие-то достоинства. Нет. Я возвращаюсь к нему, потому что мне, одним словом, деваться некуда. Да, Клаверов, вы показали мне жизнь в настоящем свете. Вы сделали ее для меня гадкой. Жизнь не от нас зависит, Софья Александровна. Она отравляет нас в наших лучших стремлениях. Она безжалостно срывает лучшие цветы на пути нашем. Вы удивительно выражаетесь. Но позвольте мне сделать вам полезный совет. Пожалуйста. Выкиньте из головы, что вы директор департамента. И тогда, я думаю, вы будете выражаться свободнее. Итак, я возвращаюсь к мужу. Но зато месье Клаверов избегнет скандала. Зато он сохранит положение в обществе и не потеряет прав на всеобщее уважение. Разумеется, если месье Комаржинцев и Опрянин будут достаточно скромны. Князь, вашу руку. От господина Бобарева человек принес. Ждут ответа. Скажи, что сейчас. Софья Александровна, одну минуту. Кажется, я вчера наделал 1000 глупостей, любезный Клаверов. Если это так, то во всем виноват твой милый Свистиков, который постепенно накатал меня хересом до того, что я совершенно ничего не помнил, что делал. Во всяком случае, я желаю лично извиниться перед тобой. Во всяком случае, я желаю лично извиниться перед тобой. И потому прошу уведомить меня, когда тебя можно застать дома. Бедная Соня так огорчилась всем происшедшим, что с самого утра забралась к обедне. Ну вот и прекрасно. Однако у вас отвратительно счастливая звезда.
Клаверов. Господа, да объясните же, наконец, ведь так не может оставаться. Что я должен делать, по вашему виду, этого письма? Ничего не делать. Я вам теперь решительно запрещаю что-нибудь делать. Вы же счастливы. Ну так чего же вам еще? Боже мой, что же это за люди? Не надо. Мама, ты меня просто удивляешь. Не удивляйтесь, ради бога, лучше уйдемте отсюда скорее. Николай Дмитриевич всецело раскаивается, знаете. Тебя всюду ищут. Я надеюсь, ты сумеешь объяснить ему твое поведение. Князь, вашу руку. Мне нет надобности просить вас, чтобы это все умерло. Ну и зачем? Все так благополучно кончилось, что Петр Сергеевич, очевидно, сам не найдет причины скрывать это. Его самолюбие не страдает. А что касается до чести женщины, то это такие пустяки, которыми право не стоит дорожить человеку, устраивающему свою карьеру. Вы меня не понимаете, Софья Александровна? Может быть, Петр Сергеевич. Может быть, еще есть многое, чего я не поняла. Но то, что я уже поняла... Мама, уйдемте отсюда. Уйдемте. Уйдемте скорее. Ha, 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 ha.